Сумасшедшие гонки. Композиторы Генри Манчини, Уолтер Грин. Режиссер Джордж Сингер. Автор сценария Джон Данн. Художники Мэнни Перес, Уоррен Бетчелдер, Дон Уильямс, Боб Матц, Дейл Кейс. Продюсер Дэвид Депати, Фрис Фрилинг. Все это началось, как обычно, в кабинете комиссара. Ты должен пойти туда и встретиться с секретным агентом. У него есть информация о том, что твоя жизнь находится в опасности. Что? Я читал об этих секретных агентах. Они аморальны и вероломны. Я отказываюсь иметь с ними дело. Не смей повышать голос, когда разговариваешь со мной. А теперь иди в этот бар и больше ни слова. Да, конечно, комиссар, да, сэр. Я очень, да. Сейчас, сэр. Конечно, ты большой раздутый гад. Я все слышал. А теперь за работу. Да, сэр. Перерезанная глотка. Вот место, где мы должны встретиться с этим агентом, Дюдю. Помни, в таких заведениях очень опасно, особенно для полицейских. Поэтому мы в этих костюмах. Так что держи свой рот закрытым, глаза открытыми, а нос чистым. Ты меня понял? Что ты делаешь? Хочешь привлечь внимание? Ты болван. Я только держал нос открытым, ушки на макушке, а рот чистым. Кажется, мне нужна операция. Ты знаешь, в таком месте человеку запросто могут перерезать глотку. Что будете заказывать? Банановый разрез, то есть и банановый коктейль. Или я не знаю что, хотел бы я сейчас быть в другом месте. Один банан, один разрез. 30 франков, включая стол. Когда ты научишься держать свой большой испанский рот закрытым? Я не виноват, что я такой. Мне приходится брить его каждое утро. Привет, дорогой. Где ты был всю мою жизнь? Какой ты сильный и властный. Наверное, у тебя есть девушки в каждом порту. Но не говори мне о них. Завидно. А то я буду ревновать. Может быть, купишь мне что-нибудь выпить? Могу я напомнить вам, что вы на службе, сержант? Сержант? Сержант! Помните мой большой испанский рот? Теперь она больше не одна. Тихо, сосредоточься на беге. Предложение этого агента заключалось в том, что безопаснее будет встретиться в Швейцарии. Если кто-нибудь спросит, то мы здесь, чтобы кататься на лыжах. Си? Не си, а лыжи. Лыжи, сеньор. Господи, я еду на лыжах. Ха! 5 секунд назад я стоял, а теперь еду. Я не понимаю, как это произошло. Господи, я пропал! Инспектор, ваши лыжи перевернуты вверх ногами. Подождите меня, инспектор. А, впрочем, лучше не ждите. Затем этот неуловимый агент решил, что нам лучше будет встретиться в Лондоне. Я не понимаю только, зачем этот секретный агент назначил встречу в 2 часа ночи у цирка Пикадилли. Несчастный случай, господин? Нет, спасибо. Он уже произошел. Неуловимый агент решил встретиться с нами у моста вздохов в Венеции. Джингл-бэнс, это куда? Тихо! Черт возьми, не может быть. Это плохой знак. Несмотря на примитивный австралийский транспорт, мы догоняли таинственного мистера Икс. Он ехал прямо перед нами на мотоцикле. У этого агента, наверное, дыра в коробке для завтраков. Скорее ты, толстый пыльный тюфяк. Не ешь это. Это ручная граната. Беги, Дюдю. Господи, господи. Кыш, кыш, уходи. Повезло.
Тепло. Теплее. Когда мы пришли в Найроби, у меня появилось чувство, что стало теплее. Горячо. Наконец-то мы встретились, мистер секретный агент. Секретный агент? Нет. Я страховой агент. Вот удостоверение. И ты все это подстроил? Страховая компания «Стобет». Я был рад продемонстрировать ежедневные трудности работников полиции. Этот полис вам все компенсирует. Я компенсирую все кулаками. Инспектор, может быть, лучше подписать этот полис? Ручку, пожалуйста.